кордон Закан. Конец мая. Красота. Бурная река Закан. Таяние снегов. Сегодня 25 градусов тепла. Она течет коричневая и мощная. Благо, есть мостик на тропе. Сразу за рекой Закан, переправляясь через мост, мы выходим в красивейший лес Западного Кавказа. Густой пихтарник. И в то же время светлый. И дышится здесь по-особому прекрасно. Ущелье Большой Лабы и все реки, которые втекают в нее. Это золотая середина Западного Кавказа. Это место, которое отражает все особенности этого природного наследия. Здесь очень хорошо. Река Имеретинка. Совсем другая. Чистая, прозрачная, но тоже бурная. Второй мост, но теперь уже через речку Имеретинка. Какая же она красивая летом. Такое сооружение заповедника Восточное участковое лесничество. Река Имеретинка. Мы идем по тропе, прочищенной, отличной, натоптанной тропе. Вот. Вдоль реки Имеретинка. До водопадов, где официальная разрешенная стоянка. Пошли, предъявили пропуск и пошли. Начинают открываться виды на хребты. Еще заснеженные. Вот. Обильно текучая ставит. Снега, текут обильно ручьи. Вот. Красивый хребет. Дампфордс. Сегодня жара. Под 27 градусов. Открываются здесь тропы, великолепные виды на ущелье, цветущие деревья, ущелье реки Имеретинка и Голозакан. Какой красивый лесной ручей. Вкусной водой. Сладкой. Открывается великолепный вид на Имеретинский горный узел. На вершины, под которыми лежат озера. Где водичка прячешься? Где прячешься в листве? Красавица. Вот она ты. Вот она. Вековые пихты. Склоны, хребта,
питают эти прозрачные вкусные родники, которыми мы наслаждаемся во время походов по нашим любимым местам Кавказского биосферного заповедника. Божественный вид, как из сказки. Полноводная река Эмеретинка, чистая, кристально, холодная, бурная, красота. Волшебное место. Хребет Магишо и пик Закан. Вот этот хребет Эмеретинский. Вот здесь лавина, видать, сошла. Идешь по тропе, созерцая эти великолепные виды. Заходим в зону Криволесья. Впереди нас ждут великолепные трехтысячные пики Эмеретинского горного узла. Вот такая красота, контрасты поздней весны. Эндемики, черные тюльпаны. В конце мая в лесу еще лежит снег в горах. Остатки или останки лавин. Почти добивал до ущелья лавина. И вот потихонечку тает. Конец мая, а еще метровые сугробы лежат. А вокруг уже вовсю бушует зелень, цветут цветы. Высоченные хребты. Заснеженные горы, молодая зелень, радостное, веселое солнце, радующая глаз травка, вкусная, сладкая. И мы идем. Уже осталась половина пути до озера. Вот такие пики просматриваются сквозь деревья. Красота, ребята, необыкновенная. Все цветет и пахнет медом. Верба, первоцветы, морозники. Вот, и все это на фоне великолепных, огромных пиков. Просто красотень необыкновенная. Ну как это описать? С левой стороны сказка. Впереди былина, справа легенда, и здесь светит солнце, любимая звезда.
пообедали, отправляемся дальше. Егерский домик на другом берегу реки Емеритинка. Середина пути к озеру. Переходим вброд. Мостика нет. Моща. Водопад шикарный. Шикардос. Переправились через брод. Брод тяжелый, по сломанному мосту. Я одну доску убрал! Вот так вот за час затянуло облаками. Мы идем. Новые технологии добрались до гор. Да. Подсовывай туда. Подсовывай сейчас еще туда дровишки и все, сейчас видишь, быстро как костер горит. Пришли, тучи согнал ветер, немножко покапал дождь и ушел. Мы разбили лагерь, поставили палатки, вот, и сейчас начнем колдовать с едой, делать ужин.